Вышла новая глобальная стабильная прошивка MIUI 10.3.4.0. И у нее следующие изменения. Обновлена система безопасности Android за март 2019 года. Улучшена безопасность системы. В телефоне завершение вызова выполнялось слишком долго. Исправлено. Значки в строке состояния будут всплывать. Уведомления вызовов появляться одновременно. Также экран блокировки, строка состояния, шторка уведомлений новая. Теперь вы можете ограничить открытие шторки уведомлений на экране блокировки. Исправлено предупреждение о низком заряде аккумулятора, не отображалось в ландшафтном режиме. Далее исправлено на рабочем столе уведомления, значки приложения WhatsApp отображались неправильно. В настройках страницы синхронизации не обновлялись всякий раз, когда синхронизация была включена или отключена через шторку уведомлений. Да, это существенный косяк у них был. И оптимизация, имена приложений отображались не полностью, когда был выбран большой размер текста, поэтому многие выбирали маленький. И в MiCloud оптимизация. Мы переработали начальную страницу MiCloud. Теперь она выглядит намного лучше. Вот это весь список изменений, который произошел. Ну и больше всего порадовало появление русского языка при загрузке. Уведомление о том, что нельзя выключать телефон, перезагружать его, иначе он не включится. Ну, как бы посмотрим, какие изменения нас ждут дальше. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.